Общешкольное родительское собрание – история сегодня вполне привычная. Однако родительское собрание, которое прошло на днях в Дмитровском лицее номер 4, можно смело назвать не совсем обычным. На собрание пригласили одних пап. Тема разговора – безопасность детей на дорогах. В преддверии каникул эта тема была особенно актуальна. Инициатором родительского собрания одних пап стал Дмитрий Дорожкин, начальник госавтоинспекции по Дмитровскому городскому округу. Как показывает практика, именно папы зачастую делают автомотоподарки детям, при этом не акцентируя внимание на правилах дорожного движения. Да и среди нарушителей правил перевозки детей в автомобилях мужчины значатся гораздо чаще женщин. Строгое, уверенное слово «пап», касающееся правил дорожного движения, играет важную роль в воспитании детей, отметил Дмитрий Дорожкин. С ним согласилась и начальник управления образования Татьяна Малинникова. Вообще образование – женское лицо. В школе, дома, воспитание. Потому что понятно, что в наше непростое время ваша основная задача, может быть, не так глубоко вы погружаетесь в вопросы воспитания. Но ваше слово очень важно для ваших детей. Оно решающее. Не мамина, которая будет просить выполнить домашнее задание по математике, почистить зубы, вынести ведро, разобраться на столе, а именно ваша короткая и значимая фраза. Вы авторитеты у своих детей. И поэтому мы сегодня действительно начинаем такую встречу именно с папами, потому что нам нужна ваша поддержка. Разговоры о безопасности детей на дорогах подкрепляли демонстрации видеороликов, в которых показывали последствия несоблюдения правил. Дети-пассажиры, дети-пешеходы, дети, управляющие велосипедами, скутерами. Для всех этих категорий существуют правила дорожного движения, которые дети должны не просто знать, а уметь применять в жизни. Об этом и вели разговор на чисто мужском родительском собрании. Идея очень хорошая, потому что я до этого был, когда были в основном одни мамы, и я там один затесался, да, я был не в своей тарелке. А здесь отцы, у меня двое детей, и как бы я только за такие вот мероприятия. Это заставляет задуматься вдвойне вот, о безопасности своих детей. Присутствующие на собрании папы смогли задать вопросы, касающиеся дорожной сети Дмитровского округа, организации безопасного движения на ней. Кроме Дмитрия Дорожкина, начальника госавтоинспекции Дмитровского округа, на вопросы отвечала и Елена Виноградова, заместитель главы администрации округа.